Мне говорит, а что будет потом? Вот представьте, вот сегодня меня на эхо Москвы затрахали, извиняюсь, вопросом, что будет потом. Вот корабль тонет. Ну, пиздец, извиняюсь, я выражусь, наверное, матом, да? Тонет корабль, там бегает, там, я не знаю, кто-то туда-сюда, вдруг появляется какой-то крендель, да, там из трюма вылазит весь черный, и говорит, ребята, корабль давайте спасать. И он говорит, слышь ты откуда там из трюма вылез? У нас тут, видишь, вот первый класс, мы тебя не знаем ни хрена, ты откуда такой чумазый, ты из трюма? Ты что, ты почему ты собираешься корабль спасать? Вот мы тут сидим за мартини, да, выпиваем, и вот мы тут размышляем, как его спасать. А ты что? Ты что вылез-то из трюма своего, в трюм нахер? И вот этот человек как организовывает спасение корабля, а его уже начал организовывать, а его спрашивают, слышь, а когда мы спасем корабль, а что будет потом-то? Потом, вот после того, как он не утонет. Да похер, что будет, он не утонет просто. Корабль тонет. Нам пиздец. Понимаете? Надо спасаться. Есть два варианта. Да, там свистать всех наверх, команде спасаться. Это да, один вариант я вполне допускаю. Все, поехали. Все там, кто в Китай, кто там в Америку, кто туда-сюда. Я не хочу. Можно я здесь останусь? Можно я останусь с теми, кто хочет, вот такими чумазами из трюма, кто хочет спасти этот корабль? Можно, можно, мы не будем спрашивать у тех, кто, блядь, сидит там наверху и пьет мартини? Можно так сделать, а?